Автоматическую систему контроля и учета электроэнергии в этом году запустили в Тампонском районе. Вместе с тем в районе не забывают проводить и ремонтные работы самих электросетей. Что отремонтировано и что осталось сделать, расскажет Нина Ханарова. В Тампонском районе в текущем году была установлена и запущена система АСКУЭ – автоматическая система контроля и учета электроэнергии. Но не только новшествами живут энергетики. Ежегодно в районе проводятся ремонтные программы по содержанию существующего оборудования. Все работы на подстанциях распределительных – это как Хандыга, Джибари Кихая, Сайды, Крисханджай – проведены полностью, в полном объеме. Ну, это такие работы, как заливка масла, там ремонты по выключателям, значит, и по остальному оборудованию. За текущее лето электрики Тампонской РЭС провели большую работу по ремонту практически во всех селах Тампонского района. Селах Сайды, Крисханджай, Хандыга, Джибари, Кихая. Здесь происходит капитальный ремонт, реконструкция линии ВЛ-04 кВ, ПТП-24, замена голого провода на СИП, замена опор на ЖБ пасынках, ликвидация старой линии. Потерь меньше по электричеству, качественнее энергоснабжение будет. В настоящее время в Хандыге завершаются ремонтные работы в квартале Б. С заменой проводов улучшится качество подаваемой энергии. Нина Ханарова, Павел Винокуров, НВК Саха, Хандыг.